Новое оборудование привезли недавно, но самое необходимое уже распаковано, настроено и вовсю работает. Над сборкой остального трудятся инженеры и врачи больницы. Заместитель главного врача Видновского перинатального центра Наталья Князева проводит экскурсию по обновленному отделению. Приготовлено 6 мест. Каждое место оснащено открытой реанимационной системой, где мы сделали укладки для новорожденных. Мамы у нас сами вяжут вот такие нам одеяльца и дарят нашему отделению. Теперь здесь установлены так называемые СИПАП-аппараты, предназначенные для вентиляции легких новорожденных. У нас есть аппараты дрейгеры. Мы получили новые в этом году 4 аппарата дрейгера с функцией высокочастотной вентиляции. А чем они хороши? Тем, что ребенок дышит сам, и мы только поддерживаем его собственное дыхание и создаем достаточно остаточный дыхательный объем, который способствует несклеиванию этих легких. Также у врачей появились современные аппараты со специальными датчиками, которые отслеживают важнейшие жизненные функции малышей. 2 монитора, которые следят за важными функциями, за сатурацией, пульсом, температурой кожи, подключаются датчики, давление меряется, разнообразные манжетки по размерам к ним пришли. Также среди новинок инкубатор-кювес, предназначенный для поддержания нужной температуры тела новорожденных с нарушениями терморегуляции, стойка для проведения ингаляции оксида азота и аппарат лечебной гипотермии. Гипотермия – это современный метод лечения детей, находящихся в тяжелой асфиксии. Раньше эти дети практически в 100% случае становились инвалидами или мы их теряли. Благодаря современной методике гипотермии мы можем спасти этих детей. Видновский перинатальный центр является одним из ведущих родовспомогательных учреждений в стране, в том числе и по уровню оснащения современным оборудованием. С этого года у нас проводятся на базе 2-го корпуса детского выездные курсы повышения квалификации детских врачей-реаниматологов со всей России. Новое оборудование станет хорошим подспорьем для врачей перинатального центра в деле спасения жизней маленьких пациентов. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ.